Привет, ребята! На моих часах ровно 9 утра, хотя нет, 8:33. Ну, почти 9 утра. Я нахожусь в славном городе Ульяновске. Сейчас я иду по улице Гончарова. Вот смотрите, не как вот в этой грязной вашей сраной Америке. Видите, у нас на улицах все чисто, все чинно, благородно. Вообще наш город Ульяновск, он очень хороший город. Сейчас я поверну на улицу Ленина. Вы знаете, кстати, Ленина в нашем городе очень любят. Да. И я думаю, некоторые жители даже до сих пор верят, что Ленин жив. Ну, в общем, Ленина очень любят. Вот я сейчас как раз иду по улице Ленина. Видите, как все чистенько, красивенько. Никакого мусора не валяется. А представьте себе, что там происходит в этой сраной Америке. Обама загадил всю Америку. А посмотрите, как у нас хорошо. Ну вот дождик прошел, но видите, все равно на улице чисто. Вот один какой-то только вот вэн стоит старый, и то, по-моему, по приколу. Микроавтобус. А так вы посмотрите, какая чистота у нас на улице. А представляете, а в Америке все загажено, грязно. Вообще Обама чмо. А тут, понимаете, вот мы уже практически встали с колен, но вы посмотрите, ну, все же нормально. Кто там говорит, что про Россию, что Россия, в России все плохо? Вы посмотрите, я иду в белых кроссовках, пацаны, и они у меня не пачкаются. Ну что, с улицы Ленина мы повернем, наверное, на улицу Кузнецова. Вот, кстати, наш один из многих памятников Ленина в городе. Да, так что Ленина у нас любят и уважают. Ну, поверну на улицу Кузнецова, наверное, пойду дальше. В общем, ребята, что я могу сказать? Не верьте вы плохим слухам, не верьте вы всем этим либерастам, педерастам, которые рассказывают там сказки про Запад, про красивую жизнь. Вы посмотрите, у нас-то гораздо лучше. А в этой Америке, ну блин, я не могу. Я там никогда не был, но я осуждаю. Отстой там. Почему там отстой? Да, во-первых, потому что Обама президент. Так что, господа, вы даже не думайте. Даже не думайте, что вообще где-то в мире может быть лучше, чем у нас. Ну вот наш маленький райончик Ульяновский. Ну вы посмотрите. Посмотрите. Нет мусора на улицах. Ну вот лужица чуть-чуть. Ну что вы хотели? Идти-то можно. Видите, светофоры поставили, все нормально. Ну я как добропорядочный гражданин, у нас же все так делают в России. Я не буду идти на красный свет. Поэтому я сказал, чтобы он проезжал, я его пропустил. Так что вы не думайте, что человек там плохой. У нас все люди хорошие. В общем, продолжаем нашу жизнь. Как вы понимаете, Обама чмо, Крым уже наш, скоро же все будет наше. Так что, ребята, не расстраивайтесь, да и посмотрите, нечему расстраиваться. Культура. А ведь это даже не центр Ульяновска. Представляете, как в центре у нас красиво. Вот здесь мы живем, ребята. Вот такой вот у нас тротуар. Ну да, тротуарчик вот чуть-чуть тут поднялся корнями от деревьев. Но ничего, Единая Россия у нас справится с этим вопросом. Так что все будет хорошо. Ну все, господа,